Прошли куполам, дали крылья защиты, чтобы наши тактики хоть как-то жили там. Неплохо разменимся, выгодно. А, Луки, тихо. Луки, ливень в танк. Ливень в танк. Там зеленый, там купленный крафт. Луки, ливень в танк. За сколько лет? По крестику купол поставки. У кого откатился, ребят? Только зашел в игру и сразу. Нет купола, ой, сами вышли лицом в УД, стали. Они очень плохо, они бьют УД очень взорвали долго. Второй рейд сзади. Съедает нас. Упали. Быстрее, все, у кого есть клетки из луков, поставьте на входе. Встаем, снуй, побежали. В наш лагерь или куда? Снуй в наш, наверное, лучше или. На полку. Ну хотя да. А, или сюда. Лови, надо их колоть только. Да, короче, сбор в городе получается. И когда они проедут в наш лагерь, атакуем их, не так? Выходим с Луи, бах, и побежали в город на конях. Входим в поселение. Да, едем в город. Мы на базе, с базы надо уходить. С нашей город базы, находится да, между их лагерем и нашим лагерем. Мужчина, вражеский. О, Майкл, там есть Луи. Ниже города есть Луи, очень удобно. Если по карте смотреть. Не успели они собраться. Да. Сзади начали давить, но опору я списываю. На метке хорошая, ну и значит, что и там убираю. Давайте, собираемся туда. Да. Что в нашем лагере, все нормально? Пиписька тебе на лоб. Пока, да. Восточников есть сколько-то? Так. Нету. Барабан. Пару. Оставляю на ну и на наш. Спамьте к чату, кто может сейчас мертвый, я не знаю, или там гейт на коне за кем-то. Спамьте, что мол, go за рейдом клеймом восток, там, чтобы они за нами шли, они сами по себе ничего я не могут. Я метки ставлю. Тоже что неплохо. Сейчас собираемся все на метки, где сердечко? Мне пока что все в лагере. Сядло по лагере. Нет, у нас весь рейд с ной бежит сейчас на метку. У нас в лагере 3 человека. Я про вражеский лагерь. Боже, Рунара. Тут рейда 2, судя по виду. Ну, сейчас мы их потопчем чуть-чуть. Кто на сердечке, выйдите с под Нуи, пробафайте друг друга. Да, все собираемся под Нуей. Бафаемся, плотненько бафаемся, народ. Но он пока колодец не появится, они не делаются. О, 2 минуты, сейчас мы подбежим еще, тоже рейдом. Привет, возьми пушку, вот валяется. Стой. Так, вы на скале там собрались или что? Ок, да, мы к вам на ноги пришли. Можно сказать, где? Может быть, лучников вот на гору? Вот она прям лежит. А вы снизу? А, вижу. Можем там обязательно, да, мы это уже так, что с ним делать, по комнате. Ну, меня завезли уже долго сюда. Давайте там вообще с горы нападем, как раньше. Да, давай, как раньше. Так, один рога, там Чарли или кто, пойдите к этому лагерю, скажите, сколько там людей, выехали они с лагеря? Только не надо пол роги туда скакать, пусть 1-2 роги поедет. Ну, колодца уже 97%. У вражеского или у нашего? У вражеского. И кто так его? У нашего лагеря где-то человек 5. С ливня очень больно колодец приближается. Так можно встать и поливать ливнем сверху их? Да. Да. Поехали все туда. Аминос, дай метку, ты можешь, единичка. Все в цифре один. Сюда где-то. Теперь тут, смотрите, луки подходят там, где Аминос поливает с ливня. Все, знают, все тактики на подъем приготовились, они будут пушить, пробивать нас. Тактики и маги тоже там. Вот сейчас метеоры будут очень хороши. Молния 55, и цепная молния будет хороша. Так, они уже стоят на прищепке. Надо убить, там танк построить. Сейчас мы спустимся, хорошо. Купола скатились, тактики, сваливаемся на этот приступчик. Сейчас я гляну, секунду. Понятно. Так, ребят, нас обходят понизу, красные сейчас будут рваться. А мы сразу в их лагерь зайдем, правильно? Там мало их осталось? Да. Давайте туда видим. Так, приготовились все здесь на приступчике. Все тактики каратели везде. Вот 86. Ливни покопают там, по колодцу.
сверху подходят. Пошли! Сверху подходят. Побежали тактики! Глуха оборона, не укрот, энергощиты, впрыгиваем в это мясо. О, кого-то убило. Очень хорошо стоят, быстрее, 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 они вообще никакие. Купола на вход поставьте. Просто ставьте подсюда купола в этих красках. Чего из тактики? Чтобы не проходило. Сзади танк вызовите, у кого есть. Так, конь нафиг. Сзади лагеря нашего. Надо было не тактиком, а всем командовать пошли. Давайте, давайте, давайте. Жрите, закройте куполами вход, бейте этот кристалл, что около него. Все тактики, нет, нет кристалл, все тактики на вход. И держат вход. Поставьте 10 огненных стен на вход, это не сейчас, когда подойдет их резерв. Смотрите, сейчас очень так, хорошо. Так, они сейчас летать будут, ребят. Вернитесь в лагерь, вы сильно вырвались, ребят. Малая, остальные, постарайтесь отступить, кто сможет. А, ворвались в лагерь. Летают. Бейте, 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 кого? Что здесь? Ребята, стыд. На лагерь с тем, повсюду. Ущемщение на входе. Так, пытаюсь для вас все запечатлеть. Много-много уезжает, вылезет в землю. Бомбарду какую-то. Все уходите с радиуса бомбарды, вы прыгнете на глайдерах. Мы сейчас так сляжемся от нее. Купол на проход, на вход надо, очень срочно. Купол на вход надо. Исцеление, что, 15%. Суслик. Исцеление, ну. Исцеление, урок. Крылья, крылья. Давайте, давайте крылья, купола и бить кого. Все погибшие, встаем, ребята, что успеем. Встаем, пять ливней стен, колодец пляж. Таракота, подвези, пожалуйста, когда я прошу тебя. Ну что, надо 40 всех, всех вырезать, да, 7% получится. Давайте, давайте, сейчас еще один. Ебать, блядь, кто давайте бежал? Опять на нуле зуб на горке, опять пойдем. Слышь, помоги. Нет времени регруппироваться у них. Таракота, поехали, поехали. Рейд уже в нашем лагере проводится, значит, надо быстрее добивать. Сколько людей в нашем лагере? Я не знаю, но они, скорее всего, так бьют. Давайте зайдем, вычистим наш лагерь. Кто-то из рейда есть на нашем колодце. Гляньте, сверните! Все, кто сейчас на Нуй, сверните в наш лагерь, Орбит поехал, сверните! Те, кто сейчас уже около Нуй, там и стоите, остальные давайте на наш лагерь. Все, Орбит, я... скажи, что там? Много, рейд. Тихо, антитанк рейса, пошлите, попробуем добить кого-нибудь вражеский. Вот кто сейчас едет в Нуй, те, кто пытаемся пройти. А, я его не нажал. Все, мы проиграли. Блин. Ну давай просто их гасить. Окей, все тогда давайте к сердцу и к звезде. К сердцу и к рельсику, бегом туда, просто беремся. Они будут пытаться кого-то сейчас идти, взялся. Да, сейчас будут бежать, чтобы эти... Почту можно ребята, на квесте, вызывайте почту. Там, где квест, вызывайте все почту. Охрененно. Как только отобьем лагерь. Вызываем танк на танке, прям туда заезжаем, чтобы без куполов, вырезаем всех. На глайдерах летаем, на глайдерах, запрыгиваем в самый центр и сразу купола лупим. Стяжки, копья, шипы, сало. Бегут. На вход купола скоро надо будет. Почту, почту, почту. И хама в контроль. Сожрали все, давайте, добиваем, выпрыгивайте на горке, вот там одиночные цели. Почта кристалл. Подходит еще с нашего. На рейд раз. Все тактики к звездочке, быстрее, на вход в наш лагерь. Это на вход в наш лагерь. Ультимейт хила надо на вход в лагерь, обязательно будет. Это почта, почта, больше почта кристалл. Так что мы отличная огненная стена, больше огненных стен на входе. Так, они подходят разрозненно, идемте на них, не надо ждать, пошли на них. Тактики, врываемся. Мы сами себя отсюда закрыли. На глайдерах перелетели через то, чем закрылись. Быстрее пошли на них. Они сыпятся просто. Ты че стоишь? Герой Советского Союза. Звездочки. У нас огромный зеркало. Они стекут цепочкой, как мы обычно. Их просто легко разбирать. Пошли, пошли на них.
На это изучай говно. И я сработал дрянь. У меня свалится дело. Перебили. Ниш базу разбирали нашу. А на нашей горе лучники есть их. Так, надо бежать. Вызовите, пожалуйста, кто-нибудь танк, сломайте все купола. Я в жопу себе. Неужели танков дебил? Нету ни у кого? Есть. Хорош, жрите, жрите, там где сердечко и крестик пробегает. Жос или Левиафан, они быстро. Как раз Левиафан. А, блин, не могу. Вот, Орбит запрыгнул, надо еще, грыз пару танков. Нет, я не вызову. Телекинезик. Все маги летели сейчас на глайдерах и приземлились посреди ихнего рейда, не бойтесь. Они все равно больше нас боятся. Ох, ёб твою да, мать. Кстати. Кто-нибудь из хилов вышел бы из боя сзади, воскресил это бы видели, парочку да? Наших тактиков, особенно это Малая, видели, да? Хина. Как это все произошло? Да мать твоя женщина, сука, блин, проснись. Дебил, блядь, что за ишак подумал эту игру? Я уже просто не буду есть. Вокруг сердца сейчас в руки торгут. Если живой, старайся около сердца держаться. У нас тоже довольно уже много павших. Сердце Русь, тоже мертвое было. Просто подведи. Они уже уносят. Они уже уносят. Отходим назад, отходим. Отходим. Давайте, назад. Давайте, все по крестику. Двигайте вместе с ним. Крестик перед врагами. Дальше крестика никто не стоит, старайтесь. Все равно, ребят, это был лучший дартшир за последнее время, просто немножечко не повезло. Да не, нормально, а то они уже это, борзили чуть-чуть. Послабились. Как он бежал? Уже, конечно, а ты что думаешь, они ходят с составом таким? Майкл, все, где у вас есть? Он возле нашего лагеря. Короче, возле нашего лагеря и нет ничего не имеет. Сейчас на горе красный стоят. На горе красный стоят. Обратно сейчас ливни будут у вас. У кого мало хп. Надо пойти зачистить. Они вышли с подной. Так, построились. Наверху много стоит. Пожалуйста, пару рож. Пойдите убейте там одиночных луков, если видите их где-то. Остальные построились вот где-то. Ай, вся хреново прошла. А мы их немного, а пара рож не поможет. Хорошо, тогда просто пару рож прячьте в инвиз и ждите, когда они будут стригивать, брать квест в лагере. А там походят. 30 стоят. Секунд осталось. Смотрите, к нам по одному подходят, атакуем их. Давайте, звездочка, крестик, врываемся. Смотрите, они подходят цепочка, режем их. Они нас победят, если смогут все вместе интересно. Собраться. Надо убить их до этого. Отрезал куполами. Там, где звездочка и крестик, все сюда врываются. Смотрите, они сразу бегут назад. Тоже очень страшно. Иди сюда, парень. Иди сюда. Иди сюда. Крылья в первых рядах. Где он? Ой, умер. Фил зелененьких, пожалуйста. Спасибо. Фил, фил, фил. Давайте, поехали опять. Забежаем. Не вас не бейте. Залезай. Фир. Сколько поймали? На все. Горе человек 10-15. Дальше крестика, купола не ставим, мы не проходим. Спощадный. Хорошо. Вот дальше звездочки. Вот и стоит купол. Вот дальше ксера и мелкаста не идем. Отступайте, вернитесь. Там, говорят, с горы спустились. Да. Вот тут, где плюс сейчас берется, поставьте пару куполов. И где пышка. Клетки и выстрел, реально? Поставьте, чтобы замедлить продвижение. Отступайте в лагере. Откуда вы это? Что такое вообще? Откуда он взялся? Из драгонов, наверное. Ну, у нас три команды здесь. И при том, что я вам хил. Отступайте в наш лагерь! Кристалл пропал. Огненные стены на входе! Уже давно пропал. Давайте на горку зайдем. Да, вот теперь они там, вообще не знают, потому что есть кто здесь. Так, народ, я вижу мертв, в лагере ничего не вижу, команду что-то. Позади нашего лагеря на горе человек 10, железная орда. Пошли, въедем. Ну да, пошли, перед нами. Перед нами выходят, да. Надо выходить с нами. Скупол стоит. Можно вылезти из лагеря и наверх бежать. На горе совсем наверху, которая справа от нашего лагеря, еще человек 7-10.
такие стреляющие прям парни, блин. Охренеть, я не понимаю. О, танк сейчас возьму. Ай, блин, танк использую. Сейчас вас треснем, подъедем. Поднимайтесь на подъеме на горку, человек 15. Там железная орда, 10-15 человек, не больше. Малая, не убегай, подведешь меня. Ай, хорошо. Ой, поехали. Сколько дэмэджа. Низ какой-то. Вы иди сюда, дорогой. Так, вкусный чапи, шашлык мясной, недорогой. Хранитель какой-то. Осад. Одни неуязы. У вас чё, блин? Прописано, да, что это только неуязы юзать. Что вы за люди такие? Как так? Ты лучше побегал бы, парень. Давайте, заходите. Давайте, поднимаемся сейчас на горку, вычистим. Где орк? Давайте, где звездочка? И крестик, попытались сюда как-то подлезть. Мега эльфийка, ты чё, блин? Блин, запрыгните, бомжи, ё-моё, ребят. Реальные бомжи. И по одному просто идём, да. Надо так, по одному, сберитесь и прыгните туда. Хильки зелёных, хильки. Старайтесь всё время зелёных, ребят, так уж вышло. Ребят, поднимитесь на горку. Мы из-за постоянной горки уже дерёмся. Отличные крылья защиты, еще если будет возможность, так делайте. Все, горку вроде зачистили. Что нам в лагере? Дальше налево на горку, там танки еще несколько. Лагерь, давай, да лагерь. Все, эти бомжи все. В лагере наш или нет? Наш. Тут здесь а ничего не было. А где тот рейшер штурмовал лагерь? Это налево. Так они же ушли уже, все. Все, нет, ну и опять в наш лагерь идут. Так, давайте сейчас встретим. Прыгаем. Под нашим лагерем. Под лагерем толпа, подходим. Да, подходит хорошая толпа. На звездочку, быстрее сюда стекаемся. Они вот ливнем вы их обстреливаете, хорош. Влетаем с горки прямо на ОЕ, магами там, на глайдерах, на чем угодно. Все время юзаем глайдер, чтобы вылететь из куполов и дальше с ним рваться. Подлетай, стараемся подлетай. Заходить в наши крылья защиты, когда по вам урон. Америка. Все, они текут, гоним их за ним. Трупом приземлился, парень. Вне досягаемо. Ну, все равно вроде мы входим. Негрофик, тупое создание, честное слово. Почему все время оказаться в центре? Да, не ничего расслабили. Не успели просто. Просто да умирает, нет, Сань, это глупо постоянно, да, все отступают, он прыгает. Я думаю, тут нету, допустим, тех же хертлесов, которые... Я понимаю, что им неинтересно, вот, так для нас нету. Хертлесы и драгоны, да. Может, я драгоны? Хертлесы здесь, кстати. Драгоны тоже есть. Ну, драгоны стали... Блин, не те драгоны, это не те драгоны, что ты драгоны. Я чуть-чуть расслабился, но вот пришли с кайфом. Ты хорошо им подъехали. Драго нам мы хорошо переехали внутри там, на ихней базе. Не, ну обидно, что мы все равно проиграли, вроде почти-почти, но что делать? Нет, тут понимаешь, тут нужен мне эффект неожиданности. Мы с Тони так вот раз выиграли. Взяли. При шестикратном просто, понимаешь, превосходство. Прям быстрая дрянь. Мы вот тупо залетали, брали этот колодец и все. Не оставались носом. Сейчас они тоже никто не юзнул этот кристалл. Да. Мы его задефали. Не, ну поюзали, но не все далеко. Далеко не все. Да там малая часть. Да, похвалите, пожалуйста, во фракцию, что Восток молодец, да, что пришли. И напишите, что у вражеского кристалла 6% или сколько там ХП осталось. 6. Напишите побольше этого, потому что ребятам будет чтобы приятно, и завтра пишите. Придет больше людей. У вас там бой или как? Нас, все стоят в лагере. Да я уже выйду, мне сейчас спину расстреляют. Ну, он, видишь, они даже это... Напишите, пошли. Что главное, им не дали взять квест. Да. Да.
Ну все, стоим минутку. Пропало, они уже не могут взять квест, да? Давно уже. Ну все, сейчас уже не осталось какого-то ПВП или есть? А да, город можно город еще зачистить. Ладно, всем спасибо, на этом все, всем пока. Вот такой вот отсчет, но не удалось нам выиграть. Сзади, заходим. Оказывается, просто колодец нам сломать, я этого не помню, честно, вообще. В лагере. И не знаю, что они нам бьют колодец. Там их много.